Меня зовут Мария Плехова. Мне 19 лет. Я студентка и занимаюсь живописью. Для меня жизнь – это творчество. Еще в детстве я решила, что не буду бояться преград на пути к своей цели. Насыщенная жизнь не может быть без преодоления трудностей. Смысл в развитии, движении вперед. Возможно, благодаря такой жизненной позиции я достигла определенных успехов в разных сферах. Золотая медаль, первый взрослый разряд по фехтованию, победа в олимпиадах и научных конференциях и, конечно же, самореализация в творчестве. Моя школа многое мне дала. С 6 лет я непрерывно учусь. Иногда было сложно, но в результате я научилась учиться. С детства мне приходилось справляться с большими нагрузками. Зато сейчас я могу совмещать учебу, творчество и работу. Я начинала с выставки картин на даче, а сейчас мои работы ценятся в России и Италии, участвуют в арт-показах, покупаются в подарок близким и друзьям. Это не просто интерьерные картины. Это посыл радости, счастья, благополучия, хороших эмоций. Я рисую с самого детства. В России моими наставниками стали художники Инна Соловьева, Владимир Сергеев и Владимир Фуфачев. После 9 класса я уехала в Италию, где на протяжении года училась скульптуре и живописи в школе искусств. Совместно с итальянским художником Марио Раписарди в городе Нота на Сицилии мы организовали выставку-перформанс «Астрационе Соноре», где представили ряд картин в постоянном изменении. Техника моих работ заключается в создании многослойного изображения без каких-либо правил. Я опираюсь лишь на внутреннее ощущение того, что хочу передать. Слои перекрывают друг друга, и в результате зритель может увидеть то, что отзывается в его сердце. Стоит лишь погрузиться немного поглубже. Сложность работы художника заключается в том, чтобы поймать и не упустить вдохновение. Мне в этом помогает общение с природой. В Италии я часами могла сидеть на берегу моря, а в России мое место силы – озеро Байкал. В Нижнем Новгороде я получаю вдохновение на берегу Волги. Для меня всегда было важно понять, чем я могу быть полезна людям. И идея с проведением творческих мастер-классов для детей и взрослых стала для меня настоящим источником силы и вдохновения. Когда я через эмоции и отзывы участников получаю обратную связь, то понимаю, насколько ценно для меня и других то, что мы делаем вместе. Моя творческая мастерская «Чистый лист» появилась благодаря социальному проекту «Поддержку детей с особенностями развития». Вместе с воспитанниками школы-интерната для глухих детей мы рисовали картины с полной свободой самовыражения. Ребята сами решали, что и каким способом они будут рисовать. Творчество – это колоссальный источник энергии, который доступен каждому. Новое появляется тогда, когда уходит страх сделать что-то не так. Именно на поиск новых решений, преодоление боязни совершать ошибки и направлены наши встречи. Я очень надеюсь, что мастерская «Чистый лист» станет объединением творческих людей, которые готовы делиться с миром своим мастерством, энергией и любовью. Я за творчество во всем. Занятия рисованием должны помогать людям творить во многих сферах жизни. Творчески выстраивать отношения в семье, по-иному руководить, придумывать новые бизнес-модели, принимать нестандартные решения. Творчество и смелость – это мой девиз, с которым я иду по жизни. Поэтому я учу на своих мастер-классах не только рисовать, но думать и действовать свободно и смело. Я очень благодарна моим родителям за то, что они всегда предоставляли мне полную свободу выбора. Ничего не запрещали и поддерживали во всех начинаниях. Мама говорит, что любой мой выбор или решение верное, если я при этом чувствую себя счастливой. Верьте в себя! Верьте этому миру и в безграничные возможности, которые открыты перед вами. Все будет так, как задумано.
Это помогает идти вперед и постигать новые высоты. Не стоит забывать, что человек сам выбирает, какими красками наполнять свою жизнь.